Мобильные лаборатории курсируют по всей области. Уже вторую неделю преподаватели Кузбасского «Кванториум-42» делятся знаниями с ребятами Краснинской школы. Передвижные технопарки созданы в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. А все для того, чтобы для детей из сельских территорий дополнительное образование было доступным. Мы очень рады этой возможности, получить нашими детьми практические навыки использования и вообще применения работы на таком высокотехнологическом оборудовании. И мы считаем, что это очень важно, особенно для наших выпускников 9-11 классов, потому что занятия в кванториуме, они все-таки способствуют и помогают детям определиться с выбором дальнейшей профессии. Вот сейчас я смотрю, что многие ребята прямо вот загорелись, им очень понравилось. В передвижных технопарках имеется все необходимое оборудование для полноценных и увлекательных занятий. Ребята работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, строят 3D-города, решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским хозяйством и всем, что нас окружает. У нас промышленный дизайн, изучают вообще предметную среду, проектируем, да, и мы понимаем, что предметы, которые вокруг нас находятся, это не просто так придумано, что люди их создают и думают о том, что нам удобно и что красиво. Обучение основано на командной работе, таким образом ребята примеряют на себя разные роли, от руководителя проекта до исполнителя. Нравится заниматься, очень интересно. Понимать вот это вот все. Героев из игры мы создали. Я научился вот это создавать, понял как. Одно занятие длится 3 часа, процесс затягивает, и время пролетает незаметно. Ребята учатся работать не только в специальных компьютерных программах, но и могут наглядно увидеть результаты своего труда. Мне очень нравится ходить на занятия кванториума, так как мы узнаем что-то новое в компьютерах и делаем свои собственные модели каких-либо фигур и вообще вещей. Здесь стоят 3D-принтеры, лазерный гравер, фрезерный станок. На чем этим ребята занимаются? Сейчас печатаются значки, допустим, вот такие, да? Печатаются вот такие значки. Ребята их сами моделировали. Здесь уже готовые созданные модели, которые делали ребята. Программа мобильного технопарка «Кванториум-42» построена таким образом, что развивает у ребенка креативное и критическое аналитическое мышление. Дети приобретают навыки работы на современном технологичном оборудовании. По окончанию курса ребята получают каждый свою лично созданную модель и, конечно же, огромный заряд самых положительных эмоций и стремление получать дальше новые знания. Галина Ильина, Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.